Добрый день, петерговский пешеход в Анапе. Анапка, рыбачки ловят рыбку в речке. Идем к морюшку. Не знаю, буду ли в нем купаться сегодня. Ну, посмотрим. Светит солнышко, плюс 27, прекрасная погода, обдувает легкий ветерок. В Анапе предполагал остановиться в кемпинге, спать в палаточке под шум волн. Ну, встретили очень неприветливо. Кемпинге, пляжный поселок. Реклама оказалась ерундой. Посмотрели, как на врага народа. Сказали, мы принимаем только семейных. И отказали. Не знаю, что делать. Пошел к автовокзалу. Купил билет на завтра до Феодосии и расположился в отеле напротив, где меня встретила очень приветливая девушка, администратор из Мариуполя. Замечательный номер. Wi-Fi. Вот так. Встретили неприветливо, а потом приветливо. Вот какой. Отдыхающий. Морюшка, море. Монтировать видео я буду дома. Ну, это загружу сегодня. В отеле Wi-Fi есть. Играет дурацкая музыка. Вот. Песочек. Хорошо. Народ. GoPro разбивает видео на файлы. Поэтому сегодняшний ролик будет прерывистым. Не успею сказать пока-пока, но все равно скажу, подписываемся и ставим лайк. Замечательный будет закат. Поснимаю закат и выложу отдельным роликом. А монтирование дома. О, запах морской, йода, водорослей. Как хорошо, чудесно. Солнечная дорожка. Скоро будет закат. Вот и морюшка. Ну, искупаюсь, пожалуй, завтра на золотом пляже Феодосия.
тесно. Такой чудесный запах моря. Москву тоже буду монтировать, когда приеду. Хорошо. Ветерок обдувает. Водичка теплая. Ножкам кайф. Но удовольствие купаться оставлю на завтра. Водоросли. Но они чудесно пахнут. Не знаю, может, кому-то не нравится, а мне нравится. Замечательно.
песочек. Моечка. Ножкам просто в кайф. Чудесно. Морюшка и речка. В речке плавают мальки-рыбки. Не знаю, вот насколько можно в ней купаться. Детки купаются. Я бы побоялся. Постерегся. Скоро будем снимать закат. И распускаются кувшинки и плавают черепашки. И черепашки. И черепашки плавают. И вон жаба вылезла. Вон жаба. А эти позакрылись, а утром мыши прям такие раскрытые, мы вообще приедем. А к вечеру закрываются. А к вечеру они уже тоже скажутся, видите. Такая красивая речка. Только плохо не чистят. Это Анапка, да, речка называется? Наверное, да. Она вот здесь протекает, вон там, бока. Да, да, да. Вообще, ну если бы ее чистили, она бы была вообще, извините. Ну, если бы. Вы? Ну, да. Вон черепашка плывет. А, вот это вот она, вот, чем, смотри, вон посередине речки, смотри, она воду захватывает. И потом опять дальше плывет. Смотри, как тут красиво. Да, вот выплыла черепашка. Вон, видите? Голову показала. Вот около кувшинки. Ага. Между листочками. Да, да, да. Вон, на нас смотрит. Она смотрит, что мне подкармливают. Они здесь все. Их, наверное, подкармливают, да? Приходит к ребушке или еще что-то. Да. Да. Что-то репетиции не видно. Здесь в том году лебеди плавают. Ну, может быть, где-то плавают в другом месте. Наверное, да. Вот какая жабка. Царевна лягушка.
Так, а черепашки куда делись? Вот черепашка показалась. Черепашка. Оп, и уплыла. Тортила плывет. Вот, плывет. Вот, тортила. И ушла под кувшинки. Вот Анапа. Магазины, сувениры, beautiful массаж. Не знаю, как это много, мало народу. Достаточно. Воздух очень хороший. Чудесный воздух. Теплый. Плюс 27, но не жарко. Какой-то легкий воздух с чудесным ароматом. Музыка. Примешиваются запахи шашлыков. Фонтаны. И набережная. Шаверма по-питерски. Возьмем в Анапе шаверму по-питерски. Вот. Ребята подключают аппаратуру, но слава богу, еще музыки нет.
Вот. Очень приветливые молодые люди приготовили шаверму по-питерски. И идем смотреть закат на набережную. Вот как здорово. Чудесно. И здесь шляпа. Там на пляже скульптура дядька со шляпой. И здесь шляпа. Белая шляпа. Аттракционы. Запах. Чудесный запах Черного моря. Чебурашка. Пока выключимся на музыку. Чудесный курортный городок. Несмотря на то, что в этом псевдо-кемпинге вначале меня встретили неприветливо. А так остальные люди отзывчивые, приветливые, доброжелательные. Музыка. Вот как хорошо. Чудесно. Какая-то канатная дорога там. Кораблик плывет. Поставим камеру у волн и будем любоваться закатом. Thank you.
играет дурацкая музыка. Красивые девушки. О. Красивое место для красивых фотографий. Как чудесно. Как чудесно, замечательно, красота. Вот какая Анапа. Один. Красота. Кофеёк. Вечерняя Анапа.
чудесно. Вот. Фонтаны. Убегаем от музыки, хотя там поет дядька, но все равно фонограмма, музыкальная фонограмма, наверное. Вот фонтаны какие красивые. Часовенка чудесная. Канун Святой Троицы. На Троицу мы будем в Феодосии. Святый пророк Божий Исаия. Колокола. Чудесно. Венера на небе. Серебристые облака. Ну, какой аттракцион-то. Как он называется? Ух! Ух! На стреле мотает людей. Какая замечательная вечерняя Анапа. Музыки опять начинаются. Выключимся пока. И полная луна. Рика, дай руку маме. Чуть-чуть руку.
да? Большая, полная. Какие красивые облака на небе. Чудесно.